Синим углу. Весовая категория 61 килограмм представляет команду Кыргызстан ОШ. Рост 107 сантиметров. Ему 25 лет. Он является чемпионом Кыргызстана по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Калыкулов Мики. Встречаем. Кудайбердиев Руслан! И его соперник в красном углу, весовой категории 61 килограмм, представляет команду Кыргызстан Сулюкту. Рост 107 сантиметров, ему 25 лет. Он является чемпионом Кыргызстана по грэпплингу. Профессиональный рекорд, 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Чекиров Кенджибек, бойцовский клуб Fighter KG, боевой псевдоним Акула. Аджим Кулов! Ахджо! Бойцы на середину. Приветствуйте друг друга. Слушаем мы команду четко и ясно. Обоим понятно? Затылок, позвоночник не пинай, мини бел. Шорты, пики, руку, сетку не хватай. По моей команде стоп, прекращаем здесь. Понятно было? Удачи, по углам. Судьи, первый раунд. Боец готов. Боец готов. Время. Бой. Первый раунд. На награждение приглашается Бурханов Мунар. Боец на середину. Об этом бою. В первом раунде за 23 секунды болевым приемом на ногу победу одержал Аджим Кулов! Ахджо! Тайман бастай бас эл кайда? Жүрүгү батыр туусун тутар, мүрүгү жалтыр суусун жутар жан кайда? Канаты сынса кайнардан,